усім щирі палкі вітання з нагоди початку нового дня. Середа, 5 серпня, середина робочого тижня. Нехай цей день буде вдалим. Все таки буде, якщо ви разом із ранком на Алтаві. А наш ранок на Алтаві найбадьоріший, найпозитивніший, а ще... Найцікавіший. І дуже-дуже красивий. По-жіночому скажу дуже я. Дуже пахучий, я тобі так скажу. Та, на жаль, поки що не маємо змоги передати всі запахи вам через телевізор. Технології ще до цього не дійшли. Да. У нас просто тут багато чого, ви вже можете побачити на нашому столі, багато косметичних засобів, які виготовляються в домашніх умовах, шановні друзі. Саме з цього приводу ми запросили, скажімо так, поговорити про виготовлення в домашніх умовах косметики. Ось, да, спеціаліста в даній справі, справжню майстриню, полтавку, яку звати? Галина Ващишина. Доброго ранку! Доброго ранку вам. Доброе утро. Дуже раді вас вітати у нашій студії. Ви знаєте, я подумав от саме перед ефіром, коли готувався до ефіру, що дійсно у часи кризи іноді задумаєшся про те, що варто повертатися, знаєте, як до витоків. Треба займатися тим, що натуральним господарством. Да. Заходиш в якісь... своїми руками. Так, абсолютно вірно. Заходиш до магазину, власне, будь-якого, де продають ці всі необхідні засоби, дивишся на цінники вони і думаєш, шокують і думаєш, все, треба, значить, займатися цією справою. І я от уже потрогав, да. Я знову це зроблю. Мені дуже подобається. І я, чесно, і тепер я сподіваюся, що разом з нашими телеглядачами ви нам розкажете, ну, не всі секрети, звісно, всі секрети ми вас не вимагаємо, але тим не менше, скажімо так, такі якісь певні моменти, да, певні моменти, нюанси. Да, певні нюанси. Мені цікаво взагалі, як ви цим почали займатися, що вас спонукало, як ви взагалі до цього прийшли? Що треба зварити мило, треба виготовити крем. У нас тут гидролаты. Ну, все началось, наверное, года 4 назад, когда я стала интересоваться составами. Что же, из чего же состоят промышленные различные косметические составы? Краще бы этого не робили. Да. Да. Я поняла, что они далеки от натуральных. И для себя я стала искать вот что-то более натуральное, более экологическое. Вот. И познакомилась с мастерами, которые, как и я сейчас, изготавливают косметические различные средства самостоятельно. Вот, я стала с ними общаться, конечно же, стала читать книги о косметологии, посещать различные форумы и химиков, и технологов, косметологов. То есть это довольно длительный процесс шел именно обучение. Просто так вот, ну, ничего не получится, нужно было хорошенько изучить. Вот. Ну и настал тот момент, когда я сделала заказ с одного косметического сайта, заказала необходимые ингредиенты, заказала инвентарь, вот, и приготовила первый свой крем. И хочу сказать, что он получился довольно удачным, и я поняла, что я уже к промышленной косметике не вернусь. Так, зараз нас вимкнули всі розповсюджувачі косметики. Усім, кого в паспорті є ароматизована сторінка. Так, відповідно. В будь-якому разі, що потрібно для того, щоб виготовляти косметику? Скажімо так, ви сказали, в промислових умовах, тобто мені це все уявляється такий міні-заводик у квартирі чи в будинку. Це взагалі, ну, що потрібно там? Як? Ну, необхідні, звісно, інгредієнти. Це... базовые масла. Вот если говорить о кремоварении, то, конечно же, определенный запас базовых масел, эфирных масел, гидролатов. Гидролаты – это цветочные воды, их еще называют. Также, конечно, должно быть много различных активных компонентов. Увлажняющих, питательных, защитных. А их взагалі легко придбати? Можно через интернет? Да, через интернет можно делать заказы. Сейчас существует много различных интернет-магазинов, через которые можно, в принципе, заказать все необходимое. А как проверить взагалі? Ну, тобто, залишається все одно така певна недовіра до интернет-продажів, скажем так, тим більше, якщо ви хочете щось виготовити для себе, да? Як ви можете бути впевнені в тому, що це те, що вам необхідно? Це хтось вам рекомендує, чи як? Ну, во-первых, все ингредиенты, которые я покупаю, все базовые масла, они имеют сертификаты. То есть это сертифицированная продукция, и я работаю именно с такими поставщиками, которые действительно я могу им доверять, которые привозят вот хорошие компоненты. Делаю заказы также из иностранных сайтов. Вот французский сайт довольно-таки популярный.
Вот, привозят также из Германии, Швейцарии, поэтому я бы не сказала, что это довольно такое, ну, альтернатива, наверное, промышленным каким-то средствам, потому что промышленная косметика, она стоит дешевле, чем косметика ручной работы. Довольно дорогие в закупке вот именно ингредиенты косметические. Але все одно, например, я вам себе ситуацию. Хтось із наших телеглядачів, хтось із вас, Даш, нові друзі, вирішив зварити, не знаю, мило, навіть не для себе, на подарунок, наприклад, да? От, візьму навіть краще не крем. Не, мені здається, що, своїми руками. Мені краще, мені чомусь здається, що крем зварити важче, ніж мило, чи ні, чи я помиляюся? Ну, где-то так же. А, все одно, да? Тому, от скажіть, будь ласка, щоб виготовити, ось, ну, мені оце подобається, чесно. Таке двошарове, да, на тортик схоже, да, хочеться їсти. Да, двошарове мило. А, по-перше, що необхідно мати, не знаю, якусь миску там, що, взагалі, як ці умови, як, в яких умовах відбувається сам процес? Ну, якщо говорити о миловаренні, то можна розділити на дві таких частини. Очень часто роблять мило ручної роботи із промисленої основи. Даже а, вот тут есть... беремо звичайне мило, да? Зараз я розкажу. Ага. Є навіть дитячі набори, от такі от миловарів починаючих. Покупаються промышленная мыльная основа, режется кусочками, переплавляется. Туда добавляются красители, ароматизаторы, заливаются в красивые формочки, и получается красивое декоративное мыло. Но все-таки это мыло промышленное. Оно содержит и СЛС, и консерванты различные. Вот. Вот это мыло, которое я готовлю, оно готовится с нуля. То есть из щелочи, воды и растительного масла. Сразу хочу сказать, что это довольно такой, ну, наверное, опасное занятие в том плане. Скафандр, маска, окуляры. Да, в том плане, что щелочь – это довольно такое вещество опасное, едкое. И необходимо, конечно, соблюдать строго технику безопасности. Mm-hmm. Следует работать, как правильно сказала Наталья, в защитной одежде, mm-hmm. в очках, в перчатках, в маске, потому что, когда добавляешь щелочь в водный раствор, вода очень быстро нагревается, и даже вот те пары щелочи, они также опасны, следует защищать дыхательные пути от щелочи. Вот. Ну, а когда уже смешиваешь щелочной раствор с растительными маслами определенными, вот, происходит омыление жирных кислот. Жирные кислоты содержатся в масле, происходит омыление, и вот это вот эмульгированный состав заливается в формы и уже потом застывает, и на следующий день достается, вот режется, и получаются такие кусочки. То есть это вы еще уже порезали? Да, это было порезанные кусочки. То есть это была такая форма, да? Да, заливаются обычно в такие прямоугольные формы деревянные. Я себе в такое мыло. Не, ну я не знаю, я серьезно, мне цікаво. Прелесть такого мыла, серьезно. Прелесть такого мыла еще в том, что помимо его натуральности, сюда добавляются различные уходовые компоненты. Например, вот это мыло приготовлено из розовой глины. Да, розовая глина. Это мыло шампуневое. И такие можно сделать, да, да. Да, здесь специально подобранный состав, чтобы не было налета на волосах. Mm-hmm. Очень обильная пена у этого мыла. И сюда я добавила отвар крапивы, пудру крапивы, эфирное масло мускатного шалфея и розмарина. И несмотря на то, что уже год этому кусочку, оно до сих пор пахнет вот эфирным маслом шалфея и розмарина. Пахнет. Вот это вот тоже мое любимое мыло, очень чудесный аромат, наверное, самый любимый мой аромат – молоко и мед. Можете понюхать. Что, серьезно, это молоко? Правда? Не, серьезно, дивись. Очень приятный аромат. Действительно пахнет. И молоко, и мед. Существует такой сорт мыла, кастильское мыло, оно готовится из оливкового масла, то есть в нем 100% оливковое масло. Это вот этот кусочек, этому кусочку уже 2 года. Вот. Выглядая как новый. И вся прелесть в том, что кастильское мыло – это как выдержанное вино. То есть чем дольше оно хранится, тем лучше его свойства. Это как сыр, да? Покрыться плесневым, ну, тогда мытеся. Где-то так. Существует также марсельский сорт мыла. Это вот этот вот с лавандой. Пахнет тоже приятно лавандой. Здесь уже состав из 75% оливкового масла, и я добавила масло кокоса, масло пальмоядровое, вот, эфирное масло лаванды.
Также в мыле с нуля используются только натуральные минеральные красители. Вот, например, вот это мыло последнее, которое я только вчера достала из формочки. Зелененький. Да, вот такой желтоватый оттенок получился при помощи порошка куркумы. Вот, и запах такой у него фруктовый. Ну, тоже очень запах. Нравится. Я сказал, что я заберусь на мыло. Ты сказал, что ты варить не будешь. Так, фруктовый запах. Ну, довольно такий увлекательный процесс маловарения. Я вам хочу сказати, ви так дійсно так захопливо розповідаєте. Звісно, це ваше вже не хобі, це ваша професія, відповідно, вже, да? Можна про це говорити, да? Ну, що це... ну професія не друга. Да. А, все-таки інше, да? Звісно, я музикант, у мене вище музикальне образование. Закончила консерваторию по класу скрипки. Ні, я згадав, що все-таки, да, ти мені говорила, це я забув. Хобі. Я просто так заслухався так милом. Тому що я дійсно, ви так просто перераховували, скільки елементів цього. Я тобі, знаєте, в голові тільки калькулюю це все. От так, ці всі масла, масла, масла. Ви вже на початку нашої розмови говорили, що да, дороговартісне хобі. Да, довольно, да. Дорогое увлечение. Але ж воно класне, воно того варте. Ну, серйозно. Ну, дійсно, а чому би ні? Це класний подарунок, як мені здається. Класний, насправді, а ще дуже корисний. І подарунок не тільки для себе, а можливо комусь і подарувати. Звісно, беруть дуже часто на подарки таке мило. Звісно, користуватися кожен день, мабуть, це, ну, слишком розкошно, будемо, скажімо так, тому що доволі дорогое мило ручної роботи, ну, а на подарки беруть з удовольствием. Чудово. Про мило ми поговорили. Да. До крему час креми, прийти. Да, креми. Тому що ви ж сказали, що в принципі то процес виробництва, скажімо так, і по часу, там, по технології, він подібний, да, до миловаріння. По складності крема. Там. Да, где-то, наверное, часа два уходить на мило, там 2-3, смотря яким способом варити. Ведь мило можна варити і холодним, і гарячим способом, там дуже багато тонкостей. Вот. А на крем тоже уходит довольно много времени. Прежде всего нужно подготовить рабочее место. Обязательно, чтобы все было убрано, стерильно по возможности. Стерилизовать все, всю тару, все баночки. Желательно обрабатывать спиртом. Вот. То есть безопасность, дезинфекция на первом месте должна тут быть. Тут також обов'язково перчатки, так? Все це захисні костюми. Чи як? Ну да, обрабатывается спиртом и руки, и работается в перчатках, конечно. Ну а выготовление небезпечное? Да. Нет. Чи більш безпечно, чем мыло? Нет, конечно, это мыло все-таки готовить сложнее по технике безопасности. Вот. Ну а кремоварение, это тоже нужно знать очень много тонкостей. Сколько литров за один раз вы можете сварить крему? Ну, вы знаете, сложно готовить маленький объем. Вот если 20 мл, 10 мл, то это довольно сложно. Вот. Ну, а объем, наверное, стандартный 50-100 мл. Я сейчас так с литрами разбиваю. А я серьезно, да, я думал, 50-100 литров хотела сказать. Да. Ничего себе, думаю, за раз, да. Что за кремы вы сегодня принесли нам показать? Ну, этот крем вот для рук. Угу. Можно попробовать вот пробничек, да. Здесь Прямо. Эфирное масло Пробуй. Мяты индийской и эфирное масло лимона. Покажем. В составе масла ши или карите, масло календулы, экстракты липы. Я втираю, слухаю, все. Стан шкіри покращується. Наталь, виходь із кадру, потихеньку, да. Я тобі віддаю пробник. Тут ще й просто скраби. Гелі для душу. Зубной порошок, сиворотка для росту волос, масляні бальзами. У мене питання щодо зубного порошка. Да. З чого можна зробити зубний порошок? У мене є проблема з вибором, наприклад, засобів для догляду за зубами. Якщо є це також якась проблема, да, то відповідно, як можна зробити для себе таке, те, що буде підходити, відповідно, не буде шкодити. Да, натуральне, зокрема. Вы знаете, я, наверное, немножечко вас разочарую. Все компоненты, которые входят в этот зубной порошок, я заказывала с французского сайта. Здесь наполнитель – это белая глина, каолин и карбонат кальция. Но и глина, и кальций должен быть в высокой степени очистки. Это не тот кальций, который продается там в строительных магазинах, мел, да, грубо говоря. Вот. Поэтому это все я выписываю с французского сайта. Потом здесь добавлены пудры растений. В частности, в этом порошке пудра корня ириса, корень солодки, мелкий порошок, эфирное масло мяты, лимона,
Ли Стеви, у него такой сладковатый, приятный вкус порошка. Вот, ну, в принципе, вот такой вот состав. Ну, скажіть чесно, скажімо так, навчитися всьому цьому, що ми зараз бачимо, виготовляти все це. Дійсно, це складно, це наскільки це доступно, скажімо так. Потрібне просто бажання, чи потрібні якісь певні, не знаю, навички, да, щодо цього, да? Ну, перше, напевно, це желання. А потім, звісно, потрібно багато часу потратити на збір інформації, на обучення. Желательно почитати, як я вже говорила, книги о косметології, вот, посмотреть какие-то мастер-класси, то есть собрати інформацію максимально возможно сейчас. Коли ви виготовляєте якийсь продукт для себе чи для інших, для друзів, близьких, знайомих, можна ж коригувати рецепт в залежності від того, від особливостей шкіри людини, скажімо так, якісь алергічні реакції? Звісно. Не тільки від особливостей кожи, але і обов'язково я спрашиваю, є ли у чоловіка алергічні реакції, тому що натуральні компоненти, вони можуть викликати алергію. Вот. Обов'язково це потрібно узнавати. Вот. Ну и по поводу консервантов тоже хотела бы обратить внимание. Вот промышленная косметика, в основном добавляются консерванты, несколько консервантов и довольно в большом количестве. Mm-hmm. В натуральной косметике я использую консерванты, которые сертифицированы. Экосерт – это такой орган по сертификации натуральной и органической косметики. И те консерванты, которые использую я, даже натуральная косметика тоже должна содержать консерванты. Вот. Она должна храниться только в холодильнике и срок годности таких кремов в районе 3 месяцев. То есть это не 2 года, как хранится обычный крем. Вот. Все-таки крем – это довольно питательная среда для различных микроорганизмов. Угу. И можно себе представить, сколько этих консервантов в обычной косметической продукции находится. Без них никуда, але... Да, без них никуда. Зважаючи на все вышесказанное, я все-таки зупиняюсь на мыле. Все. Раз, це воно зберігається. Мені сподобалось оце 2 роки, яке мило лежить. Серйозно. Все. Мені хочеться так зробити мило, поставити, все, і сказати собі, я зробив це. Власне, я зварив. Да, я зварив. Все. Ось так от. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви завітали до нашої студії. Спасибо за те, вам, що пригласили. Розповіли, дали корисні поради. Шановні друзі, якщо ви хочете, сказати так, якщо у вас є якесь хобі, не вистачає чогось іще, да, будь ласка, хобі, миловаріння, кремоваріння, до вашої уваги. Відповідно, всі ті невеликі покрокові інструкції, скажімо так, да, за той час відведений всього не розкажеш, відповідно, але було б бажання, як ви вже сказали, головне бажання. Все правильно. Да. І все вдасться обов'язково. І будете так само чудово виглядати, як і наша гостя. Дякую. Да. А ми нагадаємо, що сьогодні у гості до Ранку на Алтаві завітала майстриня з виготовлення косметики в домашніх умовах Галина Ващишина.